Дорогие друзья, очень приятно, что сегодня, в канун Нового года, мы имеем возможность открыть нашу фотогалерею. Мы шли к этому довольно долго, я думаю, года два. Мы обращались к архиву ОИЯ, и очень большую помощь оказал нам Борис Старченко и его отдел в поисках этих фотографий, там оцифровки фотографий. Мы обратились в издательский отдел. Вот после Вячеслава Ивановича в свои твердые руки все это взял Андрей Иванович Вдовин, который первое, что он сделал, это просто пронумеровал эти фотографии. Можете представить, здесь больше 300 фотографий. И вот я просто счастлив, что мы эту работу завершили, и сегодня мы открываем эту фотогалерею. Здесь, конечно, есть много фотографий наших ветеранов. И тех, кто в лаборатории работал раньше, и до сих пор здесь работает даже почти с первых дней лаборатории. Среди таких ветеранов есть один человек, которому сегодня исполняется 85 лет. Это Сергей Борисович Герасимов. Сергей Борисович, значит, мы вас все поздравляем. Вот это адрес лаборатории с подписями, сколько мы огней собрали. Вы можете на досуге расшифровывать их. Но поверьте, энтузиазм для подписи был огромный. Мы вам передаем этот адрес. Ну а приказ будет чуть позже. Я думаю, это ценнее даже, чем приказ. Спасибо большое. Всем большое спасибо. Я хочу сказать, что я счастлив, что я этой силы частица. Потому что все, кто здесь сейчас есть, и кто находит себя, помнят, что они обязаны первым поколениям, которые создали имидж нашей лаборатории. Это часть истории, и история должна продолжаться. Хочется думать, что то, что посеяно, будет давать достойные всходы и достойный урожай.